Как, делишки, ребятишки, с вами снова я, Ниссан, и, конечно же, Екатимобиль четырехколесный. Погоди, то есть хочешь сказать, что на мне ездить, что ли, можно? Я тебе кто? И сегодня мы находимся там, где технологии стали умнее человеческого разума. Мы находимся там, где роботы уже начали свое восстание против людей. И мы находимся там, где существуют не то что электрокары, а даже гречка-кары. Ты что, с ума сошел? Какая гречка-кар? Ну, типа, есть электрокар, который заряжается от электричества, а там есть уже гречка-кар, который на гречке катается, прикинь? А, ну тогда понятно, ладно. А, так мы, получается, в Севастополе. Ну точно, я сразу этот город узнал. Знаете почему? Ну вы, наверное, уже догадались, что мы со школы, наверное, всю Россию просто объездили. Да не то, что всю Россию, весь мир. Это точно Севастополь, мы там были, ходили по музеям, там всякие технологии были, машинки стояли, там трактора, роботы, они сами разговаривали. Конфетку мне подарили, например, вот робот один. Да, да, точно Севастополь. Вот что-что во всех сериях Майнкрафт, но я тебе верил на то, что Севастополь самый технологичный город в мире, вот это я тебе даже никогда не поверю. Так, люди из Севастополя, ну-ка быстро написали в комментариях, что вы самый технологичный город. Слушай, если кто-то сейчас смотрит ролики из Севастополя, то как, если там уже роботы начали восстание против людей? Если ты в Севастополе, сматывайся оттуда вот прям моментально, бросай все и сматывайся на автобусе. Автобусы — это тоже киборги-убийцы, ха-ха-ха. Зато у вас гречка-кары есть, как бы за бензин платить не надо, только за гречку получается. Ну, везде свои плюсы есть. Так, здесь не то. О, вот тут. Слушай, я его учуяла, кажется. Точно, вот сюда, вот он здесь, я чувствую бога Майнкрафта, он вот прям пахнет таким жареным прям, давай. Ты чё, землю только что нюхала? Да. Зачем? Я говорю, бога Майнкрафта надо учуять, потому что я уже не знаю, как его найти. Ну слушай, мне кажется, ты права, потому что там перед нами какая-то прям очень странная деревня, учитывая, что это Майнкрафт. Но мы в каждой серии находим деревню, да еще и учитывая то, что сегодня у нас Севастополь. Ты ничего странного не замечаешь? Я замечаю то, что черные очки бомбони очень сильно подходят к этой деревне. Это без разницы, на эту чики-бомбони, ты на деревню смотри, не видишь ничего странного, потому что я вижу. Ну она какая-то черно-белая, необычного цвета. Ладно, пошли за мной, держи на готове свой меч или там пушку, или что там у тебя есть. Бог Майнкрафта в самом начале серии сказал то, что мы сегодня в самом технологичном городе этого мира. Тут, получается, здесь тогда нет никакой угрозы. Ну, разве что роботы-киборги-убийцы, и это все. Ну и восстание машин, как бы, да? Ну, подумаешь, фигня. Каждый день с таким сталкиваемся. Всего лишь восстание машин. Так, смотри. Вся деревня просто огорожена вот этой железной клеткой. Мне что-то это напоминает. Что это тебе напоминает? По-моему, у нас уже было такое, где-то сетка еще током билась. Помнишь такое? Это вроде как, когда мы на ракете куда-то улетали, но нет, это вряд ли бьется током, а ну проверь. Что? Простите? Проверь, бьется током или нет. Да вроде нет. Ну вот, вроде не бьется, поэтому давай проделывай дырку и заходи внутрь. И все так просто, что ли, было? Так, ну ты подожди со своим просто. Давай, пошли за мной. Так, жители, ну вроде все нормально. Здравствуйте! Обычный Севастополь, нечинческий, вот жители, все. Грядки обычные вон. Иди сюда, давай в кузницу. Заходи в кузницу, я пойду тогда облутаю какие-то другие дома. Нифига у них двери какие, просто в жонь вверх поднялись такие. Слушай, это точно Севастополь. Я такие двери в жизни-то не видел. Так, здесь пусто. Если что-то найдешь, говори. Нашла. Чё? Подумаешь, это же всего лишь Севастополь. Кусочки железа, яблоки и реактивные ранцы. Кого? Вот третье, повтори, что ты там нашла? Реактивные кого? Реактивные ранцы. Все как у людей. Так, подожди, у меня здесь тоже есть сундук. В этом сундуке... коктейли Молотова! Это уже какой-то откат назад. На кой черт там коктейли Молотова здесь? Защищаются. Чики-бомбони. Так, реально, можешь защищать. Покажи. Напель на себя вот этот реактивный ранец. Не-не-не, на ты напель. А его нельзя напялить на себя. Ну и нафиг он нужен, я тогда выброшу. Не, тут я заберу на всякий случай, выбрасывает она. Так, забирайся куда-то в другое место. Давай лутаем все дома, которые здесь есть. Может, мы с тобой еще что-то полезное найдем. Может, мы все же с тобой гречка-кар сегодня найдем, а? Если мы найдем гречка-кар, чур, я водитель. Опа. Так, еще один сундук. И в этом сундуке у меня... Нас обманули! Что там? Тут в сундуке бензин, а не гречка!
Ну и все, тогда разворачиваемся и уходим отсюда. Значит, здесь нет никакого гречка кара, здесь бензина кары обычные. У меня вот это 15-16 тут баллонов топлива. Ну оставь на всякий случай, вдруг пригодится. Ну, кстати, да. Мне вот этот домик нравится, иди сюда, смотри, как здесь стильно, круто. Я хочу здесь жить, смотри. Ага. Эй! Ай! А что огонь-то здесь делает? О, очередное собрание дебилов. Вы что, как бешеные прыгаете? Бога Севастополя, что ли, вызываете? Или сатану, или кого там? Что происходит-то? Вы что на этой пирамидке-то прыгаете? Слушай, а может там что-то есть? Давай и сломаем, посмотрим. Не надо ничего ломать, Катя, это их достояние, наверное, городское, севастопольское. Пирамида какая-то. Ну ладно. Слушай, смотри. Не замечал вот эту вот башенку высокую? Может там что-нибудь интересненькое? Да есть? Она в каждой деревне. Ну давай сходим. Только мне страшно за вот этих людей непонятных, жителей. Итак, если башкой крутить будете, вы ее сейчас сломаете, шею себе вывернете. Ой, ну может дождь вызывает, там не урожай, засуха. Ну, кстати, да, все, давай, заходи ты первая. Конечно, как всегда. Как всегда, да, давай поднимайся, если там кто-то есть, значит пострадаешь ты, а не я. Сундук, а? Как обычно, сундук, в сундуке да. У нас. Смотри, что в сундуке, я пока буду по сторонам смотреть, фиг его знает, может реально сейчас гречка кары какие-то прилетят. Базука, мистер Крипер? Чего? Кого? Какая базука, мистер Крипер? Ну так и называется, не знаю, может что-нибудь попробовать сделать? Ты поаккуратнее с этой шайтан-машиной, какая базука, мистер Крипер? Слушай, да, может ты ее себе заберешь, а? Я с такими вещами не умею справляться. Дай сюда! Это что такое? Реально базука, мистер Крипер. А ну, Кать, полетай. Спасибо большое. Нормально там? Сейчас подожди, я спущусь вниз. Так, ну слушай, иди сюда. Если это базука... Бегу. Это Крипер! Ты адекватный, нет? Ты уже взорваться должен был. Мистер Крипер, это твоя базука, ты потерял, признавайся. А, так подожди, может мистер Крипер взрывается с базуки? Вот базука, вот. Слушай, он походу не в адеквате, он куда побежал-то? Мистер Крипер, ты нас убивать должен, а не убегать от нас! Побег, просто побег из Севастополя. Он только что половину забора взорвал. Бедняга, может у него что случилось, там проблемы в семье, может, я не знаю. Жена его бросила, дети ушли, я не знаю. Он даже нас взрывать не захотел, он просто убежал, как будто он напуган чего-то был. Кошмар, ладно, пойдем дальше, посмотрим, что здесь происходит. Пошли. Ну сейчас, да, я чики-бомбони убью. Ага, вот так. Живодер. А, я поняла, почему они тут прыгают на самом деле. Это просто весело, вот и все. Давай к нам! Куда твои братки-то убежали? Раньше вас здесь трое было, сейчас двое. Чё весело? Стоять здесь и прыгать? Ну да, но ты просто не понимаешь все радости жизни, вот. Короче, и всё. Пошли, мы или свалим с этой деревни к чёртовой бабушке, или находим что-то полезное. Пошли за мной. Пошли. Там что-то взорвалось, походу. Не оборачивайся. Подожди. Там полдеревни снесло. Кто забор-то с другой стороны взорвал? Это опять мистер Крипер вернулся? Или это уже не мистер Крипер вернул? Походу он это ушел, превратился в киберкубийцу и вернулся со своими братками! Ёперный театр! Да у них вот эти ракеты! Так, давай! Бежим! Вот о чем говорил! Вот эти же! Давай на крышу запрыгивай! Как вот. Запрыгивай? Я так не умею! Пробелом запрыгивай на крышу! Ёперный ты театр! Сейчас, подожди! На! Тихо, патроны отставь! У них железные лазерные глаза и у них ракеты вместо рук. Хотя как бы у мистера Крипера в принципе рук не бывает. Но у них руки-базуки. Из меня паркур, конечно, тут еще. Но сейчас попробую к тебе запрыгнуть. Сейчас, подожди. Извини, пожалуйста, сейчас я быстренько еще раз запрыгну к тебе. Ой, чики-бомбони, отойди, ты мешаешь только. Мистер Крипер, Кать, ну давай ты быстрее, но они сейчас захватят. Я стараюсь. Весь мир захватит вот эти роботы сраные. Все, я запрыгнула к тебе. Слушай, так. Подожди, а тебе не кажется подозрительным все-таки то, что жители там прыгали на этой пирамиде? Может, это подсказка какая-то? Какая подсказка? Но они прыгали, это... А, видишь, они в нее стреляют! Это я стрелял!
А, ну ладно. Ну была пирамида, нет больше пирамиды, ну прыгал там житель возле нее. Ну что ты хочешь сказать, что он хотел нам сказать, то что у них есть маленькая вот эта пирамида в городе. Ну интересно, почему там все из золотых блоков поставлено, а? Наверное, просто так. А может это подсказка, что в той настоящей огромной пирамиде реально что-то есть? Может нам туда отправиться и посмотреть? Ну была не была, как говорится, а? Давай тогда, ты, давай через... Нифига себе! Чё-то эта пукалка не взрывает даже железные вот эти заборы! Все, давай за мной! Пока эти киборги-убийцы здесь захватывают вот эту деревню, мы быстренько сгоняем вот в эту сокровищницу! Ай, быстрее! У меня два сердечка осталось, ядрить! Ты коротите, меня сейчас убьют! Катюша, души! Куда души? У меня полтора сердечка! Ёперный театр, они меня с одного удара почти убили! Давай, беги быстро в эту сокровищницу! То есть ты думаешь, здесь какие-то сокровища вот этой древней цивилизации, вот от Севастополя есть? Почему нет-то, а? Ну, по-любому там что-нибудь полезное должно быть, я уверена. Стой здесь! За мной забегай, я сначала проверю с коктейлем Молотова или даже с базукой в руке. Сейчас проверю, и ты за мной. Давай, быстро. Давай. Быстро. Наконец-то ты первый куда-то заходишь, а не меня тестируешь. Все, давай, прыгай вниз первая. Ага, отлично, спасибо. Оп, вроде чисто. Ой, тут какие-то двери. Тут две двери. Так, какую? Ну, это уже не обычная сокровищница, если здесь гараж какой-то есть. А там поди тачки какие-нибудь севастопольские стоят на вороче. Гречка кары. Слушай, может, все же открываем тогда? Открывай ты первый. Фух, готовься бежать отсюда. Раз, давай. Два, три. Четыре. Нифига себе! Это еще что за дичь? То есть вот так гречка кары выглядит? Если это гречка кары, так тогда я реально вот этот прирожденный севастополец. Так, подожди, посмотри, что во втором гараже. Так, сейчас. А, ну еще один гречка кар, нормально. Это реально была подсказка с самого начала всей серии, то что в этой сокровищнице есть способ, как убить вот этих киборгов-убийц, потому что вот это... Эта базука их даже не берет! Это какая-то фигня, детская игрушка. Иди садись. Давай, я в эту сажусь, ты в ту садись, давай. А топливо-то где? Топливо, да, где, кстати, держи бензин. Вот, я 7 бензина тебе. Ого, так. И что дальше? Что делать? Ой! Она идет! Так... О, давай ты тоже надевай, это очень круто. Попробуй, что эта дичь умеет. Попробуй правую кнопку потыкать, левую кнопку потыкать, давай. О, нифига! Я Катюшка-бульдозер настоящий, смотри, что могу, смотри. Ты чё этим роботом сейчас... Успокойся, ты сейчас разнесёшься к чёртовой бабушке, а левую... Ну-ка, тихо, а если так? Вау! Едричка латить, а ну да я попробую. Так, у меня тихо. Подожди, дробовик в левой руке, а правая рука, господи, какой он медленный, вот этот робот, а правая рука... Мать! Ты, получается, тоже бульдозер! Я Идюшка-бульдозер! Эскаватор! Я Идюшка-эскаватор! Катюшка-бульдозер, мне кажется, мы шли к этому всю свою жизнь. И именно сейчас тот момент, когда мы должны спасти всю планету. Ну, допустим, не всю планету, а хотя бы Севастополь. Ну да, ты прав, поэтому пошли. Так, стрелять умеешь? Умеешь, да? Стой! У меня же есть реактивный ранец, его же можно куда-то запиндюхать, получается. Так, подожди. Куда полетел? Я в космонавты отправился! Опять что ли? А мне второй отдай, я тоже хочу! Ха-ха-ха! Да тебе не нужно, Кать, пошли в деревню! Так, перенаправляемся через вот эту речку. Катя, заряди все свои орудия, сейчас будем валить этих киборгов-убийц! Все, давай, я готова. Прям полностью готова. Но а Чики-бомбони тут при чем? Ну, Чики-бомбони тоже может киборг, мы-то откуда знаем? А, ну, кстати, правильно, верно. Врываемся, Кать, ломай забор, ты можешь ломать забор, а не я. Так это, может, ты мне все-таки дашь реактивный ранец, и мы перелетим. Вот, давай, ломай, я пока перелечу. Так, вижу одного киборга-убийцу. На, собака. Пуляй. Пуляем по всей деревне. Я убила киборга-убийцу. Я молодец. Ты молодец, значит, все же с этой фигней их можно поубивать. Вижу одного, на. Давай, вали.
собака, ты че сложно-то так в тебя попасть? Не трить, ты колотил! Убила еще одного! Ты смотри, Катя, я до сих пор никого еще не убил! Я тоже одного завалил! Это все? Это все или еще один последний остался? Я не знаю! Все, давай, Петюня, кажется, вы справились. Всех завали! Кать, сзади еще один! Сзади еще один! Убей его, давай! Кать, так слишком кривожопая машина, я сразу 25-го по нему попал! Зато завалили всех! Просто давай Петюню, давай! Давай, на Петюню! На Петюню! Алло! Ха-ха-ха! Ура, ура! Не, ну ты видел, как мы их победили, а просто таки пуф-пуф, с одной стороны, так с другой пуф-пуф, все, выстрелили, таки победили, ура, вот, ура, вот ура! Именно так и было, пуф-пуф. Ну, слушай, есть хотя бы один живой житель в этой деревне, кто-то еще остался, не остался? Ладно, бери. Где наша пахлава? Вот он! Халва, где наша? Иди сюда! Если бы не вы, мы бы даже не догадались, то, что вот в той заброшенной сокровищнице вот такие артефакты древние есть. Слушай, а чем мы радуемся-то? Мистер Крипер-то, помнишь, в самом начале? Он поди расстроился, убежал куда-то, надо его спасти, я не знаю, найти. Вдруг ему плохо сейчас. Кстати, тот же мистер Крипер, который не взорвался, который убежал и взорвал вот этот забор, он же испугался, наверное, киборгов, криперов-убийц, поэтому он убежал спасать свою семью, Кать, из-за этого, скорее всего. Наверное, да, но надо, наверное, найти, помочь, я не знаю, вернуть семью. Он в ту сторону, вот туда убежал. Ой, я там что-то вижу вдалеке. Там что-то из-за горы торчит, мне кажется. И оно надвигается на нас, оно очень большое. Ядрить, колотить. Мистер Крипер? Там внутри сидит мистер Крипер. Так это тот Крипер, который убежал от нас. Скорее всего. Слушай, если ты за киборгами-убийцами вернулся, то мы их уже завалили. Ты немножко опоздал. Да, кстати, мы победили. Можешь идти обратно домой. Мы все сделали за тебя. Он, походу, не за киборгами-убийцами вернулся, он за нами вернулся, господи, что ты жив? Почему так громко? Ну куда ты так быстро бежишь, у меня сейчас дыхалка отвалится, а? А ты тоже, поверь, не там не можешь, мы что, тебе спортсмены, что ли?